В Музее истории города расположен один из более чем 200 избирательных участков курорта. Здесь сочинцы смогут отдать свой голос за президента страны. А рядом, во дворике музея, 18 марта будет открыт еще один участок для голосования в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Здесь сочинцы смогут выбрать, какую общественную территорию в их районе нужно благоустроить в первую очередь. Ну а эскизы проектов можно посмотреть здесь же, на стендах. Жителям не надо ходить далеко, они могут прямо на выходе из избирательных участков подойти, ознакомиться с проектами благоустройства, сразу же сделать свой выбор. В голосовании могут принимать участие не только жители города Сочи, но и жители Краснодарского края, все жители нашей страны, вне зависимости от места регистрации. Для голосования нужен только паспорт и желание сделать свой город лучше. В Центральном районе в воскресенье откроется 45 таких участков для рейтингового голосования. Всего в Сочи 167. Каждому проголосовав на выходе будет выдан стикер со словами благодарности за участие. Потом количество розданных стикеров сверят с числом принятых опросных листов. Это делается для того, чтобы обеспечить максимальную объективность отбора территорий. Спасибо за ваш выбор. Спасибо. Всего в голосовании будет участвовать 16 территорий, по 4 в каждом районе. В центре города, например, сочинцы смогут проголосовать за благоустройство вот этого участка на улице Альпийская. Пока здесь неухоженная, заросшая площадка с припаркованными машинами и мусором. А вот так это место будет выглядеть, если его выберут для благоустройства. Такой уютный мини-сквер. Разработан эскизный проект по благоустройству данной территории, прилегающих к дому 27А. Это не касается придомовой, это общественная территория, она для всех. Здесь запланировано ротонда, здесь запланировано зеленое насаждение и, в принципе, окультуривание участка, который в данный момент находится сейчас в неприглядном состоянии. По итогам голосования из 16 территорий сочинцы выберут 8, по 2 в каждом районе. Эти участки будут благоустроены уже в этом году, остальные в следующем. Таким образом, сочинцы сами решат, что и где нужно облагородить в первую очередь. Ну а из федерального бюджета на эти цели будет выделено 250 миллионов рублей. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.